Пятница, 17 марта, на часах 12 часов и 4 минуты. И это программа «Культпоход» на 101.0. Здравствуйте, вас приветствует ведущая Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Да, ну повторюсь, что сегодня пятница. Знаешь, Светлана, какая сегодня дата любопытная отмечается? Сегодня отмечается Всемирный день сна. Как это перекликается с тем мероприятием, о котором мы сегодня будем говорить, да? А, вот да. Судя по названию, да? Интригу сейчас такую повесили. Всемирный день сна, я вот читаю сейчас традиционно, он отмечается накануне Дня весеннего равноденствия. Эта дата призвана привлечь внимание к правильному сну, к продолжительности сна. Все-таки в современном обществе зачастую люди не успевают хорошенько выспаться. Все, работа, работа, дела и дела и так далее. Но вот давайте задумаемся о том, что надо все-таки, да, выдерживать определенные... периодичность сна, его продолжительность, чтобы чувствовать себя бодро, хорошо, весело. Ну, я думаю, что бодрости мы сегодня сумеем добавить в нашу жизнь благодаря нашим гостям. Да. Будем их представлять. У нас сегодня в гостях Андрей Просвирнин, организатор арт-платформы «Пласт» и руководитель танцевальной компании DNA. И также Валерия Бояринцева, танцовщица этой компании. Добрый день, здравствуйте. Всем, здравствуйте. Какие-то сонные, сегодня, да, немножечко все. Такая погода, день сна. Да, погода сырая, влажная, она располагает к тому, чтобы где-то, может быть, в уголочке прикорнуть, что называется, да, и чтобы никто не трогал, никто не шевелил. Не будите спящую собаку, я имел в виду, да, мероприятие. Да, связанное с сегодняшним да, днем. Который, о котором мы сегодня будем говорить. Это спектакль, который будет показан на сцене театра на Спасской 26 марта, то есть это следующее воскресенье, не это воскресенье, совершенно а... Через неделю, 26 марта, 6 часов вечера начало, и сразу говорим, возрастное ограничение 12+. Да, и что это спектакль не обычный, не драматический, а танцевальный спектакль, все верно? Да, танцевальный и спектакль. Прям это такой, и прям вот он анонсируется как такое огромное фееричное событие да, в культурной жизни нашего города. Андрей написал, что это событие европейского уровня, и даже известная у наших да, кировских кругах хореограф Ирина Брежнева написала вам комментарий, что это просто фантастика, что к нам едет этот коллектив. Рассказывайте, почему действительно такого... европейского уровня. Да, простите, события. Прерву буквально на 10 секунд. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас будет традиционный розыгрыш призов, подарков, книги, билеты и так далее. Вопросы наши гости будут задавать. Вы отвечаете на них посредством звонка в прямой эфир 211-101. Ну и вы, собственно, отвечаете на эти вопросы. Поехали. Ну, начнем с того, что действительно, на мой взгляд, это одна из лучших работ не только в России, но и вообще, в принципе, мирового уровня танцевальных работ, поставленных по пьесам, по каким-то картинам и так далее. Вот эта работа конкретно поставлена по пьесе английского драматурга Джона Присли. Все сложилось просто. Талантливый хореограф, молодые, перспективные, профессиональные уже танцовщики. Ну, называйте имена. Хореографом является Ольга Лобовкина. Она родилась в Беларуси, сейчас активно занимается творчеством в России, занимается творчеством в Большом театре. Ее пригласили сейчас, она... делает постановки. Она непосредственно будет в Кирове? Она, к сожалению, не смогла приехать, но, вот, но приедет труппа с ее спектаклем. Вот. И театр танца «Дорога из города» — это наши друзья из Казани. Соответственно, вот, это те самые танцоры, те самые отважные профессиональные танцоры, которые к нам приедут и покажут эту действительно очень качественную, красивую работу, ну вот, которую мы сможем увидеть. Ну, я подскажу, да, что мы чуть позже будем пробовать набирать по телефону Лилию Багаутдинову, это руководитель театра танца «Дорога из города», как раз в городе да, Казани, совершенно. Да. Надеемся, что выйдет на связь, и у нее непосредственно узнаем подробности этого выступления. Андрей, у меня дилетантский вопрос, вот чтобы понимать, чем отличается постановка танцевальная местного какого-то российского уровня, да, не знаю, регионального, городского, от... спектакля мирового действительно ну, масштаба. В чем можно заметить разницу? Потому что не специалист, наверное, ну, не сможет так сходу определить. Да, я скажу одно, что это, во-первых, это временной промежуток, в котором делается данная работа. Они практически, я не буду врать, но очень большой промежуток времени работали с постановщиком.
Вот, второй момент — это бюджет мероприятия. Угу. То есть достаточно огромный бюджет пришлось потратить на то, чтобы эта работа состоялась. А как можно понять, что много денег вложено? Вот человек пришел, сел на самом деле, в кресло и... На самом деле вы увидите, что музыка написана уже композитором. Угу. То есть все, каждое движение будет прям нотка в нотку соединено с музыкальным оформлением. А, во-вторых, это декорации, спецэффекты и, в принципе, уровень подготовки танцоров, потому что пришлось потратить очень много времени на то, чтобы именно танцоры вошли в лексический материал хореографа-постановщика. Mm-hmm. То есть это тоже достаточно очень много времени занимает. Ну и, в принципе, эта работа создавалась для такого фестиваля, как «Контекст», Дианы uh-huh. Вишневой. То есть это мероприятие, которое Диана организует уже очень много лет, благодаря которому юные талантливые хореографы превращаются в великих профессионалов. Это известный в России проект. Да, да? Это очень известный. Желанный для многих хореографов и танцоров. Конечно. То есть есть такое мнение, что если ты выиграл «Контекст», значит, ты сделал себе имя уже как минимум в России, как профессионал в сфере танца. И вот эта работа «Не будите спящую собаку», я так понимаю, что она победила, да, на этом фестивале? Смотрите, как это было. Когда Ольга выиграла «Контекст», вот этот фестиваль, она на следующий год уже как победитель создавала работу и выбирала для себя компанию. По всей России выбирала, поближе для себя, к микрофону. Выбирала для себя компанию, с которой бы она хотела посотрудничать и представить уже как победитель вот эту работу свою. То есть она уже для этого фестиваля специально делала данную работу, уже как победитель и обладатель уже приза. Я немножко недопонял, а как сошлись-то Ольга Лобовкина и театр танца «Дорога из города»? А вот это мы, наверное, спросим Лилию Александровну. Почему именно на их выбор? Это выбор автора или, не знаю, звезды так сошлись, или случай какой-то? Мне кажется, это надо спросить Лилию Александровну. Она уже точно скажет, как это произошло. Да, у Андрея мы можем спросить, как так получилось, что этот коллектив и эта работа замечательно к нам в Киров приезжает. Долгий год переговоров, бессонные ночи по поводу того, чтобы наш театр разрешил определенные специфические эффекты, трюки, которые, ну... Обычно не показываются, так интересно, да? Не специфические. Да, именно. Интрига. Да, потому что я не буду раскрывать всего. Есть очень неожиданные ходы, есть... прям трюки, за которые будут отдельно расписываться актеры, что они согласны. То есть это некие акробатические даже, да, какие-то элементы, то есть которые требуют серьезной подготовки, физической выносливости и так далее. Да, и театр попросил даже подписать, то есть мы вот это месяцем говорили, чтобы театр разрешил. Не, на самом деле, конечно, это не забавно, да, не смешно, потому что, ну, действительно, уровень, да, очень высокий. И опять же, вот об этом и говорю, говорится, что вот это уже достаточно профессиональный уровень и подготовка танцоров, именно танцоров, и самой работы уже уровень, масштаб, когда ты имеешь возможность уже такие вещи делать, на зрителя показывать и так далее. Чему зрителям вообще стоит готовиться? Ну вот вы уже приоткрыли небольшую тайну, да, что это будут элементы, ну, такие современные. В целом, как можно характеризовать? Это современный прогрессивный танец. Это не классика. Или это смешение какое-то стилей и направлений. Да. На самом деле, опять же, что касается современного танца, каждый поймет по-своему. Но есть зацепочки, есть ключики, к которым можно прислушаться. Это, например, пьеса, по которой сделано произведение. То есть лучше... А вот надо ли погружаться в пьесу, в материал? Да, я думаю, что всегда нужно знакомиться с материалом. Я, конечно, зная эту пьесу, мне было намного понятнее смотреть. То есть, но при этом, если вы не читали и вдруг не успеете ознакомиться с ней, ничего страшного, вы для себя сможете найти свои какие-то образы, еще что-то. Получить эстетическое удовольствие. Да, вот насчет эстетического удовольствия, это, конечно, это, безусловно, очень красивая работа, и как она сочетается с музыкальным оформлением. Я был в восторге, когда мы первый раз вот с Валерией поехали в Казань на премьеру этого спектакля. Он длится 50 минут.
То есть мы были в дичайшем восторге. Да. Мы, значит, этот спектакль мы можем увидеть не только в городе Кирове, но вот как у меня там сложилось, я 26 марта, к сожалению, да, не в городе, а в Казани еще, да, этот спектакль идет, и там можно он, будет увидеть. Он был в репертуаре театра. На данный момент я не знаю. Спросим. Да, это лучше уточнить у руководителя. Ну, я думаю, сейчас наш редактор будет помогать нам набирать Лилию Багаутдинову, руководителя театра танца «Дорога из города». Это город Казань. Надеюсь, что сумеем мы пообщаться. Я так понимаю, танцевальная общественность Кирова, да и не только, с особым трепетом ждет. Да, я думаю, что Валерию можно об этом спросить. Валерия. Танцовщицу. Ждете этот спектакль? Что даст для молодых, да, танцовщиков нашего города? Конечно, это большая мотивация посетить такую работу, вкусить само творчество профессиональных танцоров и попробовать перенять что-то для себя, как для юных танцоров, потому что это та работа, которая передает именно современный танец в России здесь и сейчас. Очень актуальная работа, в которой... танцоры юные могут найти что-то для себя и, еще раз повторюсь, перенять какой-то опыт, либо пластический, либо эмоциональный в своем творчестве. Много ли детских коллективов записалось, да? Наверное, тоже вопрос. В том числе я хотел поинтересоваться, а много ли их у нас, танцоров-то начинающих, молодых? Безусловно, записалось достаточное количество танцоров, но, опять же, я говорю, что у нас появляется зритель, интересующийся зритель, который не связан напрямую с танцем. И это очень хорошо. Очень много просто людей, которые заинтересовались именно тем, что это постановка по пьесе. То есть мы до этого привозили такой некий сюрреализм, андеграунд, там еще какие-то детские какие-то постановки. А здесь именно взрослые танцоры, именно по пьесе поставленная работа. То есть очень много интересующихся людей, которые прям придут и будут вот смотреть. Потому что после предыдущего показа у нас было бурное обсуждение. Многие писали, спрашивали, а что это было, а как это понять, а что вообще произошло, что это такое. А это и есть танец. Ну, то есть вот. И мы тут же ждем тоже обратной связи. И мне кажется, тут немножко проще в этом плане будет. Будет более понятно зрителю, интересен ему такой танец, принимает он его как вид творчества или искусства, либо ближе ему какие-то другие виды. Мы дозвонились благополучно в Казань. Сейчас подключим к нашему прямому эфиру Лилию Багаутдинову. Это руководитель, напоминаю еще раз, театра танца «Дорога из города». Лилия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да, рады вас приветствовать. И с нетерпением любители танца, современного танца вас, конечно, в городе Кирове ждут 26 марта на спектакле, на постановке «Не будите спящую собаку». Вот у нас сегодня в студии ваши коллеги Андрей Просвирнин и Валерия Бояринцева. Ну и нам, конечно же, хочется, чтобы наши слушатели хотя бы немножко подробности узнали об этом спектакле, что за это за постановка, какая идея заложена, какие средства выразительные используются. Тут Андрей уже нас посвятил в то, что это вау, супер, там, мирового уровня, да, действо. Поделитесь, пожалуйста, информацией. Спасибо большое, Андрей. Привет большой. Да, здравствуйте. Действительно, я думаю, что будет очень интересна эта встреча кировского зрителя и казанских артистов. Постановка была поставлена Ольгой Лобовкиной еще в 2019 году в рамках фестиваля «Контекст», международного фестиваля современного танца Дианы Вишневой. Ольга является одним из победителей хореографов этого фестиваля. Вот, и у нее возникла мысль, когда ей предложили поставить спектакль, возникла мысль о сотрудничестве с нашим театром. Мы с ней работаем давно, друг друга очень хорошо понимаем. И постановка была поставлена совместно с ребятами нашего театра. То есть она давала задачи, а хореография, приемы и ходы должны были придумывать сами ребята. И это было очень непросто, это было увлекательно, творчески и, в общем, отнимало очень много сил и времени, и в конечном итоге то, что получилось, действительно достойно того, чтобы представить уже с гордостью.
Как, надеюсь, да, как долго вообще готовилась постановка? И насколько это было действительно непросто? Там, сколько часов в день приходилось отводить на этому занятию? Очень много часов в день, то есть по 6-8 часов, но была и предварительная подготовка, очень сильный мозговой штурм, очень сильный психологический заход был со стороны Ольги, потому что, ребята, полное погружение. Ведь на самом деле история, на чем интересна, она на основе детективной фактически пьесы Джона Пристли «Не будите спящую собаку». Ну, такой достаточно понятный и внятный, интересный сюжет, его часто используют. То есть в замкнутом пространстве собрались близкие люди, и тут неожиданно вскрывается чужая ложь. И потом распутывается страшный клубок событий, где не оказывается абсолютно честных людей в этой комнате. То есть вскрываются такие вещи, о которых никто никогда не хотел бы знать. И это, в принципе, доступно и понятно всем зрителям. Но вот нашей задачей и целью было... попробовать настолько вскрыть человеческую натуру, настолько показать людям, как мы склонны к саморазрушению, как нужна нам на самом деле любовь всем, которой так не хватает, все прощения, какие-то очень простые человеческие моменты, о которых мы забываем в попытке оправдаться, можем потопить друг друга, самых близких и самых... мир, который вокруг тебя, казалось бы, такой простой, слаженный, уже тебе близкий, мгновенно можем разрушить. И это тоже очень близко сейчас и актуально, мне кажется. Пока человек жив, это актуально всегда. Насколько мы способны разрушить все, что вокруг нас есть. И в спектакле, как вот, например, в пьесе, нет линейного повествования, как в пьесе в самой. Спектакль, он как раз интересен тем, что постоянно возвращаются к исходному событию, постоянно ищут новые моменты героев спектакля. Каждый показ этого спектакля интересен, потому что есть моменты импровизации, есть моменты решения ребят. Каждый конкретный момент, может быть, что-то повернется не так. Даже тем, кто его смотрел, он интересен. Вот. В Кирове, кстати, показывалась первоначальная версия, она занимала всего 20 минут. Вот. Оставляла ощущение недосказанности. Потом Ольга вернулась к ней и доработала ее в полномасштабную работу. Сейчас она 50 минут. Эта работа, там, конечно, расширенные и очень интересные. Не буду все рассказывать, а действительно интересно. Хочется для зрителя оставить такой момент сюрпризов. Вот. Но, в общем, вещь, мне кажется, актуальная всячески, потому что мир человека внутренне бесконечно интересен, бесконечно хочется его спасти. Угу. Лилия Александровна, а этот спектакль можно будет в Казани увидеть? То есть он есть в репертуаре как-то на постоянном? Да, он в репертуаре нашего театра, да. Наши артисты, они сотрудничают с арт-резиденцией «Созвездие», это такой театр у нас. И в рамках его репертуара мы показываем, да. К сожалению, у нас произошел несчастный случай, сгорело здание театра, поэтому в этом году это проблематично, но прошлый год мы активно его показывали в Казани. Надеюсь, что вот весной мы снова сможем в апреле или в мае показать его. Идет ремонт пока здание наше. Знаете, еще какой интересный... Поэтому... Да, недосказали немножко, перебил. Да, поэтому благодарны очень Андрею за то, что пригласил нас, да, и вновь есть возможность вот этой вот встречи со зрителем. Вот еще какой интересный вопрос для ваших подопечных, непосредственно для танцоров. Этот материал, эта постановка, оказалась ли она таким вызовом, да, я имею в виду профессиональный какой-то личностный рост? Насколько тяжело, непросто было погружаться в этот материал? Пришлось ли еще более активно готовиться как-то в физическом в том же смысле? Или все достаточно спокойно прошло? Уровень ваших ребят, он вполне себе соответствовал этому материалу? Слушайте, здесь, конечно, надо отдать должное Оле Лобовкиной. Она никогда не идет по простому пути. Она вытаскивает из своих исполнителей все, что они могут, и даже о чем они сами не подозревают. Выжимает. Выжимает и на грани физических возможностей, но и психологических. У нас там были такие, знаете, во время постановки такие... человеку приходилось обнажать даже то, что он от себя не ожидал. Такую бурю эмоций. И это все выходило в такую...
ну, физическую форму, что, в общем, ребята, конечно, очень выросли на этой постановке и продолжают искать в ней, копаться. Она не, как сказать, она живая, эта вещь, понимаете? В ней каждый раз что-то новое для себя ребята находят. И мне кажется, ну, эта работа так и легла на нас. И, ну, как-то Ольга нас хорошо почувствовала, что мы готовы, мы хотим, ребята горят, им интересно все новое, не то, что они могут и то, что уже знают, а действительно было интересно вытащить что-то на свет, то, о чем мы подозревали. Благодарим вас, благодарим за этот комментарий. Ждем, еще раз повторюсь, 26 марта в театре на Спасской. Лилия Багаутдинова была с нами на связи, руководитель театра танца «Дорога из города». Это город Казань. Кроме того, Лилия Александровна является заслуженным работником культуры, да? Да. Республики Татарстан. Да, да. Ну вот, из уст самого, да, непосредственного руководителя мы услышали подробности этой постановки. У нас есть буквально 4 минуты до рекламной паузы, затем мы начнем задавать вопросы нашим слушателям. Если поговорить еще о каких-то других проектах, мыслях, которые в этом году, в ближайшее время вы собираетесь реализовать, кого-то еще, возможно, пригласить, с кем-то посотрудничать. Ну вот, по крайней мере, то, что можно сейчас вынести в паблик. Но на самом деле из ближайшего это наша немножко другой направленности. Это танцевальная смена, детская танцевальная смена, детские лагеря DNA Dance Camp, которые состоятся в начале августа и продлятся 19 дней наша смена. То есть, а набор уже идет сейчас. Только в августе, не ранее. Только в августе. Пока еще время, пока время еще есть. Да, да, да. Но есть возможность записаться. Мест очень мало, конечно, уже. Так как у нас с сентября начинают бронировать путевки. Угу. Информацию можно найти в сообществе во ВКонтакте, да? DNA Dance Company. Да. Угу. И мы принимаем участие. Есть такой проект в Санкт-Петербурге, «Показ для своих» называется. Вот это танцевальное сообщество, танцевальное комьюнити Санкт-Петербурга и не только, где есть два таких лидера, два зачинателя. Одна бабушка современного танца России, Татьяна Сергеевна Тарабанова. Есть. Прям бабушка. Ну, прям уже бабушка она называется, да. Но мы ее так зовем, ласково. И ее сестра Елизавета Сергеевна Тарабанова, они организуют такой вечер-фестиваль-показ, где собирают интереснейшие, на их взгляд, работы со всей России, а также своих друзей. И в Санкт-Петербурге мне... А как они находят шепнули, этих что ребят это со всей России? Ну, то есть, что нужно как-то дать о себе знать? Долгосрочное или сотрудничество уже со всеми, поэтому она бабушка. Нет, а как она выходит на ребят талантливых из региона? На самом деле она является преподавателем Института Герцена по анатомии движения. Анатомии движения, да. Ну, то есть есть современного свой круг, танцу, собственно, да, общение. Да, и проводит по всей России и лекции по анатомии движения, и практики танцевальные. Вот, и одна из немногих вообще педагогов в России, которая изучает технику flying low, но это уже... Что это такое? Техника flying low, техника низкого полета, это то, как мы можем взаимодействовать с полом, уходить вниз и подниматься наверх на скорости, на бешеной скорости, честно признаюсь. Вот так как имел практику. Хорошей физической подготовки требует это все. Да, и поэтому без анатомии там никуда. Либо ты как самолет разобьешься, либо мягонько приземлишься. Постоянный баланс какой-то, чтобы тело чувствовало себя. И вот, и за счет ее долгой-долгой практики и работы вообще по всей России с институтами, с коллективами, с детскими, со взрослыми, с профессиональными труппами, с актерами, вот у нее есть багаж. И... Вас пригласили. Да, и мы принимаем участие в этом году, да, и вот от нас ждут новую работу, мы будем готовить премьеру туда. А у нас прям с нуля. С нуля. А в Кирове эту премьеру мы потом увидим? Мы увидим позже ее, осенью. То есть вам хотелось бы ее опробовать на такой солидной публике, да? В первую очередь. Будете выбирать пьесу, вот как здесь, или это будет что-то... Это будет что-то. Это пока непонятно что, но обязательно что-то будет. Да, по срокам это примерно когда реализуется проект. Ну вот 8-9 июля в Санкт-Петербурге вы сможете посетить это мероприятие. То есть они уже, эти даты озвучены, они уже есть. Это, скорее всего, будет сцена Эйфмана, очень
колоссальная, красивая, богатая, оснащенная сцена, куда очень для меня лично большая честь привести работу. Да. А это может быть некий эскиз, то есть неполноценная работа? Это будут эскизы 15-10 минут. Ну, да, как-то есть, поэтому... пришла эта мысль на ум, да. Раз это такой отсмотр, да, такой просмотр. И поедут, поедут наши кировские, да? Да, вот приедет это... компания DNA Dance Company, город Киров. Я напоминаю, что мы общаемся с Андреем Просвирниным и Валерией Бояринцевой. У нас подошло время небольшой рекламной паузы, полторы минуты она будет длиться. После этого наши гости начнут задавать вопросы вам, наши уважаемые слушатели, 211-101, напоминаю, номер прямого эфира. Сразу после рекламы мы обязательно посвятим вас в то, какие у нас сегодня призы имеются, так что будьте внимательны. Итак, за что же могут побороться сегодня наши слушатели? Какие призы у нас сегодня в розыгрыше в программе «Культпоход»? Светлана сейчас поделится. Мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Дружба и смена». Также у нас есть пригласительные в галерею «Прогресса» сразу на две выставки. Выставка молодого искусства и проект «Safe Space». Оба с ограничением 6+. Пригласительные есть на культурные события в нашем городе. Это пригласительные Вятскую филармонию. 19 марта в 12 часов, поворачивая глобус, увлекательное кругосветное путешествие вместе с оркестром русских народных инструментов, ограничение 6+. 25 марта в 17:00 Сергей Рахманинов, опера «Алека», Вятский губернский симфонический оркестр, ограничение 12+. Пригласительные билеты в театр на Спасской сегодня на спектакль 17 марта 18:00 «История одного преступления», ограничение 16+. И 24 марта 18:00 спектакль «Унтиловск», ограничение 18+. Разыгрываем книги от магазина «Читай город», Терри Абалевич, «Сны Снежно-Ягодника», 16+, Колм Тойнби, «Волшебник», 18+, Ася Володина, «Протагонист», 18+, Александр Соколов, «Ученые скрывают», «Мифы 21 века». Без возрастных ограничений. Все эти книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. И, конечно же, пригласительные билеты на события, о котором мы сегодня говорим. Это танцевальный спектакль «Не будите спящую собаку», ограничение 12+, 26 марта в 18:00 в театре на Спасской. Да. Два билета. Два билета. Ну, либо один пригласительный на две персоны. В общем, не в одиночестве вы пойдете на этот спектакль, если решите именно его выбрать. Итак, Андрей, вы вопрос будете задавать, да? Ну, внимание, 211-101, прямой эфир. Да. А я задам такой вопрос, неожиданный для всех и для себя тоже только что придумал. Мы любим неожиданности. Ага. Да. Вот есть такая техника, раз мы начали говорить там про flying low, есть такая техника партнеринга или контактной импровизации. Вот основателем кто является? Партнеринг или контактная импровизация. Это основатель... Ну, прям специфический. Это прям основатель. Наш соотечественник или это... Нет, конечно, нет, конечно. Конечно, нет. Мы очень грамотно и четко перенимаем до сих пор его знания. Да, давайте еще раз повторим название этой еще техники. Еще разок. Есть такая техника партнеринг или техника контактной импровизации. Вот основателем этой техники кто является? Я мысленно уже ощущаю, как наши слушатели там стучат по клавишам, да, пытаются погуглить. На самом деле, очень интересное сравнение было. Сейчас мы знаем, что есть такая реалити-шоу «Рестлинг» раньше был, помните, такая? Раньше Ну, это же тоже спектакль. Да. Да, там же тоже постановочные эти все были. Да, конечно. И вот сравнивали как раз вот изначальный поиск вот этого человека с тем, что вот он как раз бросался на людей, как в нашей реалии в рестлинге. А потом это перешло в грамотную последовательную структуру, опять же, через анатомию, через знание уже то есть прям целая физики, гравитации наука такая, и так далее. Можно сказать, да? 211-101, видимо, озадачили мы наших слушателей этим вопросом. Но в интернете-то, я думаю, найдутся ответы это на любые задачи. Это действительно известный человек в танцевальном мире, поэтому... Да.
ответ можно найти. Ну, давайте еще раз назовем, давайте еще когда... Раз, давайте еще раз повторим. Вдруг кто-то не расслышал, что там в поисковой строке выводить. Человек — основатель партнеринга и контактной импровизации. Ну, можно подсказать, это зарубежный специалист. Это зарубежный специалист. 211-101, у нас 5-6 минут остается до завершения культпохода, а призов у нас очень сегодня много, прям щедрый сегодня, да, у нас культпоход на это дело, так что и на спектакль на обычный можете попасть. Да, есть пригласительные билеты в Вятскую филармонию, в театр на Спасской, один спектакль сегодня. Да, прям сегодня можно попасть вечером на историю одного преступления. Ну, подсказывайте, Андрей, начинайте уж каким-то образом, не знаю. Чем он... Сложный вопрос. Впервые, наверное, у нас такое на передаче. Там, не знаю, можно привести конкретный пример. Ну, вот эту штуку придумал он именно, например, там, да, сказать? Вообще, перекатывание точки с части тела на часть тела, это как бы вот... Тут у нас началась контактная импровизация, да, в студии. Это его понятие. Понятие вообще баланса, гравитации. Это прервали нас, да, простите. Да, есть. Все-таки кто до нас дозвонился. Время бежит очень быстро. Алло, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр. До компьютера я, конечно, не добрался. Так. Вопрос чисто такой профессиональный, но попытаюсь ответить. Может быть, это Морис Дежар? Ну, это хорошая попытка, но нет. Но нет. Морис Бежар. Второй вариант у вас, Александр, есть? Нет, нет. Нет, к сожалению. Бежар — это очень хороший специалист. Ну, будем ждать следующего звонка. Вы уж нас извините, да, Александр. 211-101, еще. Давайте дальше подсказывать. Это прям хорошо, да. Слушатель. Ну, давайте дальше что подсказывать про героя нашего вопроса. Я могу сказать имя. Хорошо. Может быть, имя и страну, например. Но... А вот я слышу еще там у нас звонок сейчас. Может, из какой страны? Не может, а будет уже, да? Давайте страну подскажем. Вот происхождение я не помню, к сожалению. Вот то, где он жил, это... Валерия, может, подскажет? Не помнишь? Нет? Могу предположить, что Америка. А, возможно. Ага. Ну вот уже как-то географически уже немножко определились. Добрый день, как вас зовут? Ой, да меня зовут Валентина, но вот вы сказали, что-то из Америки. Ну? Что-то я так-то думаю. Только имя американского президента не называйте, пожалуйста. Нет. Да. Не назову. Ну, вариант. Америка. Так, а вариант что? Американский, а какое там их море этих... Всех. Ну, так хотя бы имя скажите. Так мы от вас имя-то ждем, как в, собственно, известном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Имя, сестра! Назовите имя! Очень сложный вопрос. Пусть будет Джон. Джон. Пусть будет Джон. Джон. Нет, к сожалению, Джон. Не Давайте следующего, будем звонка ждать, Валентина. Да, спасибо вам за попытку. 211-101, еще. Еще. Вот тут давай, задача сегодня для наших слушателей. Давайте я скажу имя. Взбодрили. И это действительно, Валерия правильно сказала, американский танцовщик, хореограф, исследователь танца. Угу. Стив. Стив его зовут. Эта техника появилась достаточно давно уже. Да. Да, и вот мы только-только начинаем ее осваивать. Ну, как сказать, лет 20, наверное, мы ее осваиваем. Ну, это здесь довольно непродолжительный еще промежуток для искусства. Вот. А вот родился он в 1939 году, оказывается. 211-101. Призов много, желающих не очень много. 2 минуты остается. Приглашаем все-таки вас. Иначе вынуждены будем сами озвучить верный вариант ответа. Ну, уже полдела-то сделано. Имя Стив. Осталось... Американский, очень известный американский танцовщик, я так понимаю, да? Танцовщик, хореограф, исследователь танца. Вот, ему принадлежат такие заслуги, как... Он только этим запомнился, оставил след в истории, или у него еще какие-то заслуги есть? Так скажем, что это основное, за счет чего его сейчас вот знают, уважают, да, и изучают, за счет чего он остался в учебниках, как человек, который внес какой-то очень ценный вклад. А можем назвать каких-то известных российских последователей? Совершенно верно. Я могу назвать. Да, это есть такая Екатерина Басалаева. Это очень известная в танцевальных кругах женщина. Тоже исследует контактную импровизацию, партнеринг. Всем известная Ирина Владимировна Брежнева, ее привозила, и я имел возможность
участвовать на ее мастер-классе, где она с легкостью за счет только знаний подняла 120-килограммового танцора и актера нашего театра на Спасской. И мы все тогда просто обомлели. Что-то мне сейчас глаза как это вот так возможно? Вот на плечико подняла и опустила. И сказала, что все это реально за счет вот этой... техника. Время неумолимо, да, оно бежит вперед. Все-таки озвучиваем правильный вариант ответа. Это Стив Пэкстон. Пэкстон. Ну вот выяснили. Очень... Всем по призу присутствующим. Очень сложный вопрос. Да, сложный вопрос. Очень захотелось. Ничего, Вот я, наверное, сам как-то сглазил немножко сегодняшнюю передачу. Начал с того, что сегодня всемирный день сна, да, и вот сегодня немножко такое сонное состояние. Звонков от желающих ответить не очень много. Ну да ладно. Еще раз напоминаем, что мы сегодня говорили о спектакле «Не будите спящую собаку», возрастное ограничение 12+. Всех любителей танца, современного танца мы приглашаем в театр на Спасской. В воскресенье, в следующее, к 6 часам вечера. Спасибо нашим гостям, Андрей Просвирнин и Валерия Бояринцева. Удачи вам. Спасибо. Да. Спасибо. Светлана Дождевых, Владимир Сметанин. До свидания. До свидания. Культ. 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 Культ.